Нужно ли в России президенту сменить премьера, как в Украине? И на кого, если нужно? Я думаю, что наш премьер-министр несравненно лучше, чем украинский. Чем опытнее будет у нас Дмитрий Медведев, тем лучше будем жить. Что менять? Зачем менять хорошее на что-то еще неизвестно что? Нет, я за Медведева. Уже пора. А чем Медведев не нравится? Ну, ничего не происходит. Экономика как была в загоне, так и осталась. У меня нет вариантов. Хотя Медведев меня тоже не особо устраивает, но не на кого менять, наверное. Давно пора. А чем Медведев не нравится? А почему человек, не имея высшего экономического образования, является главой правительства? Премьер-министр, да, Дмитрий Анатольевич, своими обязанностями справляется, но, по крайней мере, старается это делать. Естественно, все сразу не получается, поэтому там расстраиваться не нужно. Дмитрий Анатольевич справляется своими обязанностями. Просто очень многие недовольны, говорят, что-то в экономике плохо. Вот. Я лично доволен. У нас Дмитрий Анатольевич еще пока до уровня Яценюка не опустился все-таки, чтобы прям так кардинально менять. Надо его менять или не надо менять? Ну, будь другой. Я же не знаю больше никого, кроме него. Бессмысленно менять шило на мыло, поэтому нет. Почему шило на мыло? Может, кого-нибудь хорошего можно подставить? Я не верю в сказки. Ни единого премьер-министра нужно менять, скажем так. Нет, ну Медведев, что ж не Яценюк, что его менять? И вот за что. Давно сменить надо. Откровенно врут и лгут и тому подобное. Выборы мухлюют, хуже не придумаешь. Да я бы вообще во всех бы поменяла, потому что ничего хорошего за эти за последние годы не происходит. У меня нет конкретной кандидатуры, но, наверное, я бы предложила кого-то из оппозиции.